Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня вторая часть выживания на острове Майнкрафте Pocket Edition. Сегодня, как я вам обещал, мы отправимся в путешествие, точнее, мы будем путешествовать по островам. Для этого я построил нам лодку, вот такая лодка, садимся в нее и отправляемся в приключения. Я сегодня планирую рассмотреть несколько островов. Может быть, мы на них что-нибудь найдем, и, возможно, когда мы отплывем далеко от нашего острова, на нашем острове появятся мобы. Кто смотрел первую часть, те поймут, почему я хочу мобов, потому что я их убил, чтобы получить мясо. Так, вот тут я вижу цветочек, давайте его сорвем, чтобы было размножение цветочков, так сказать. Ну, тут пусто, отправляемся дальше. Так, нужно развернуться. Плывем туда, я там видел вроде еще один остров. Он был с размером нашего. Так, внизу можно наблюдать под водой генерацию рельефа. Так, ждем. Как ждем, плывем. Вот я говорю, я видел вроде остров, вот он генерируется. Точнее, прогружается у нас. Так, все, мы до него доплываем. Но на нем, походу, тоже ничего нет. Чисто песчаный, так сказать, остров. Ну да, эта карта мне все больше и больше начинает напоминать ту игру, в которую я играл. Так, что тут? Под водой тоже ничего нет, к сожалению. Ну, такой маленький хардкор, но я буду ждать, когда у меня вырастут деревья. Ждать придется, конечно, долго, но с каждым разом саженцев будет все больше и больше. Давайте я включу вид от третьего лица. И поплывем мы вот от такого лица, от третьего лица. Будет маленько интересней. Мы будем видеть, как он гребет. Так, вот теперь он гребет ровно. Так, доплывем до нашего острова. Там мы что-нибудь, может быть, придумаем. А придумать пока нечего, пока не выросли саженцы, делать нечего. Вот это как я и хотел, у меня появились мобы, это очень хорошо. Овечка, мне нужно еще две овечки, чтобы получить шерсть. Здесь есть курочка, да, две курочки. Давайте убьем, наверное, одну курочку. Все равно спаривать их будет нечего. Вот. Но овечку я оставлю, так как, может быть, появится еще одна. Вот. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.